TomTom и Denso будут вместе разрабатывать систему самоуправляемого движения. Компания TomTom, называющая себя специалистом по технологиям определения местоположения, объявила о намерении ускорить разработку систем самоуправляемого движения за счет сотрудничества с Denso. Компания Denso известна как поставщик автомобильных компонентов, включая датчики систем помощи водителю. Партнеры планируют объединить карты высокой четкости, подготовленные TomTom, с устанавливаемыми в транспортных средствах датчиками производства Denso, включая камеры и радары. Результатом станет возможность определения местоположения, восприятия картины окружающего мира и планирования маршрута для системы самоуправляемого движения. В рамках соглашения Denso будет предоставлять обработанные данные датчиков для комплексной картографической системы TomTom для автономных транспортных средств и передовых систем помощи водителю, ADAS, обновляя HD-карту TomTom на лету. Это будет достигнуто путем генерации коллективных обновлений карты, которые получили название дорогограммы. Roadograms, которая гарантирует, что карта отображает текущее состояние дороги. С помощью инновационной системы доставки TomTom AutoStream карты будут загружаться в транспортные средства по их требованию. Компания Denso рассчитывает предложить на рынке систему, обеспечивающую автоматизацию Level 2 для автомагистралей и крупных городских дорог.